Не держит. Идет серьезный ремонт. Надо антиприкол возить. Слышь, у меня лежал в дверях этот антиприкол. Я его, причем много лет лежал. А шнур бы держал, да? Я его выкинул. Не, антипрокол, понял, который в колесо задувается. Ну, не знаю, конечно, на таком объеме он мог не помочь. Хотя хайгировский лежал хороший. Да шнур сюда раз шнур, и все. Не, шнуром, да. Мне ж на танковый шнуром же залепили, до сих пор он так и ездит. Да? Да. Ну да, надо шнур. А давление упало, да, и все. На таком давлении, наверное, не поедешь. Ну да, не, это... Не, ну останавливаться, подкачивать, это вариант, в принципе, что. Да не, надо хотя бы снизить. Да. Полепили с говной пахнет. Это самое. Снизить давление. Ключ я хочу. Груз, это я тогда оставлю компрессор, потом я... Угу. Хорошо, ты уезжаешь уже? Ну, едем к Уровень, да, нормальный. Нормально. Ну слышишь, брод ты проходил, смотри, со стороны выглядит вроде не глубоко. Ну когда Крис туда заехал, это жесть. А когда ты, наверное, еще глубже, кажется. Ну понял, со стороны, потому что Леня высокая. Не, я провалился. Нет, а то я понял, я понял. Но я в общем говорю, когда со стороны брод ты едешь, вот потом посмотришь на записи, то вроде ну брод и брод такой себе, знаешь. Именно я? На твоей машине, да. А Крис ехал такой, аж крышка багажника под водой, понял? Да? То есть, да. А у меня не достало. Ну, у тебя же серьезный аппарат, что ты сравнишь. Не такой он и низкий. Четко проехал. Без напряга. Бешеный иностранец. Видите, что творит? Так, глядя на патрол, кажется, что там глубже на самом деле. Так, теперь мой выход. А тапочек... Тапочек присмоктало. Теперь я, да. Да, глубоко тут на самом деле. Помыли. Короче, надо занижать машину будет. Приедешь сегодня? Вода была вот так вот. До фар не достала. Не достала, да? Ну я же говорю, высокая, мощная. Ну может чуть-чуть достала до фар, но не сильно. А если я убьюсь? Ну так это ж для... это ж для на видео. Не, ну давай еще раз. Нормально сделай. Моя гипотеза подтвердилась. Сделай еще раз, давай, Руслан. Давай подождем, пусть высохнет. Давай, давай. Подожди, а он шнур есть. Давай так, Рус, давай так. О, посмотри, что они мне показывают, издеваются. А, смотри, вот она. Давай, ты можешь, соберись, тряпка. Давай. Ну что, нормально получилось? Да, отлично. Паштет. Да, нормально тут. Лезный чаек с краской. Ты с какой ПФ эмалью больше любишь или... Или с новомосковским лаком? Илюня, чаёк говорит, сейчас будет. Нет, так оно же внутри будет. Снаружи ПФ. Это круто. Это же масляная, она натуральная. Так, одели цепи вы, короче, и что?
одели цепи. Золотые такие ножи. Кресты. Ехали мы, а был свежий снег и такие... Ну это ж за этим, наверное, приехал эвакуатор. Такие переметы. Такие переметы были, так что... Ну, по капот. На капот... Пилит видос, это моралка, документалка. Короче, на капот аж снег шел, и в одном там месте застряли. Застряли ни туда, ни сюда. Зрители ходят. Леня, ты кружку забыл? А Леня там... Пытается сжечь нескучно. Посмотри. Ты кружку забыл, Лёха. Руслан, это ты такое? Она, по-моему, стоит. Где? Это кто такое? Что это? Снос? Снос? Это не страшно. Смотри, кровь идет. Лёня, на кружку не встань ногой. Лёня, остановись. Лёнь, там кружка за спиной у тебя прям. Вспомнил историю, и пошла жара. Это от радости или? Наверное. Месячные начали с мамой. Лёня, ты не наступил на кружку? Стой, я вам селфи семейное как раз попадает, смотри. Яна, смотрите в камеру. Лёня Кашигарин, Лёня, ты кружку забыл. Есть. Да. А, подожди, со мной еще у вас нет. Ты столько сжёг газа, что уже можно было не то, что чай закипятить. И было уже где-то минус 20. Рассказывай, как корабли бороздят просторы. До финиша. Я не подумал, что ты... Сейчас раз и бородач, ты близко не подходи, если он на тебя довернется, он тебя убьет, Леня. Ты куда? Волчок такой. Так, ты 8 раз уже перебил, бородач. Все, ляж, заткнись. Надо остановить как-то Максу кровь. Нельзя ему. Что было дальше у нас передача? Давай. Что было дальше? Что продолжать? Бородач, продолжай, что дальше случилось. Он цепи одел, поехал, снег по капот. Да, и мы застряли. Эту штуку на руле. И с нами были хлопцы, которые говорят: Макс, слушай, минус 20, в машине холодно. Типа, давай, типа, там один вызвался, говорит, давай я пойду за подмогой, потому что непонятно, выйдем мы отсюда или нет. Ну, говорю, давай. Так, минус 20. Да. Что это за короткая дорога такая? А что это за короткая? В городе где-то или нет? Ну, не, там. За городом? Да. И в общем, этот человек пошел за помощью. А у меня была лопата. Я раскопался, выехал отсюда. И... Уже дома лег спать, да? Не, ну это было где-то часа 3-4, ночи? Я копал. 3 января, но это было... а 8 вспоминаю, что чувак ушел. С 12 где-то до 3-4 мы это все копали. Это ночью или дня? Ночью. Ночью? Было. Ночью было, да. И ну он, да, днем не и интересно. И он пошел типа за помощью, и я уже, когда в 4 утра я выехал, звоню так. Ему, он такой типа с перепугу, алло. Я говорю, ты где? Он говорит, я дома сплю. Я говорю, ты нормальный? Я говорю, я помощи жду. Это не Руслан, говорит, звали этого чувака, такой в очках. Он говорит, да я подошел, у одних спросил, типа, поможете? Они сказали, да не, у нас типа машина поломана. Ну, я и пошел домой спать, я больше не знаю никого. Я говорю, понятно, спасибо. Помог. Слышь, так ты же там до сих пор мог застрявшись, а да. Уже лето высохло все. Так минус 20, холодно. Слышь, сейчас если так, вот так сделать резко. Вот а, так. Из-за чего? Из-за вот чего так. Застряли? Из-за чего застряли? Из-за чего? Я вспомнил. Не было Сильверова лишь? Нет, из-за того, что очень холодно было, разулась передняя резина. Да, знакомая ситуация. Да, я ну типа раз и все, и машина уже не едет, и хоть даже и цепи сзади толкают, все равно она закапывает. Вот такие истории жесткие тут у нас. Так, Леня там... Что он там делает? Леня, он где ты? Спарк, Леня сжигает нескучное. Подожди. Тут бородач лежит. Смотрите, как Леня. Подожди, тут же дурак лежит, тут высоко. Так, Леня, давай уже чай хотим, Леня. Ого.
вот. Не, надо было вот туда на жар поставить. Откинь. Ну, в общем, сейчас будет чай.